АвтоВАЗ объявил о начале производства приподнятых универсалов Lada Granta Cross. По сравнению с обычной Грантой, клиренс вырос на 18 мм, до 198. В черном интерьере появились оранжевые вставки, а снаружи наоборот – черные накладки на оранжевом кузове цвета Аурум. В базовую комплектацию кросса включат климат-контроль, рейлинги на крыше и колеса большей размерности. На выбор будет два бензиновых двигателя объемом 1,6 литра, восьмиклапанный с механической коробкой или 16-клапанный с роботом АМТ. Продажи должны начаться в ближайшие недели, а цена предположительно составит около 500 тысяч рублей. Опубликованное в открытой базе Росстандарта одобрение типа транспортного средства на новую Mazda 3 ответило на вопрос, в каком виде модель попадет на наш рынок. Сертифицированный хэтчбэк и универсал с передним приводом и двумя бензиновыми двигателями SkyActiv. Оба агрегата уже знакомы. Полуторалитровый мотор ставился на прежнюю трешку, а двухлитровый атмосферник знаком по Mazda 6. Исходя из документа, первый мотор будут комплектовать только механической коробкой, а второй как механикой, так и шестиступенчатым автоматом. Ни полного привода, ни хитроумного бензинового мотора SkyActiv G с воспламенением отжатия в России не будет. В базовую комплектацию войдут 7 подушек безопасности, электронная система стабилизации, кондиционер, омыватель фар и аудиосистема. Указаны два размера шин и некоторые опции. Например, светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, кожаный салон, электропривод водительского кресла и камеры кругового обзора. Машины к нам будут импортировать из Японии. Локальная сборка не предусмотрена. У дилеров новая Mazda 3 появится летом.